Здравствуйте, меня зовут Ксения. Сейчас будет макияж более между экстремальным и спокойным. В сегодняшних праздниках. Начинаем, как всегда, с основы. Используем дневной крем. Если есть недостатки, наносим консилер. Затем накладываем тональный крем. Сверху матируем кожу рассыпчатой пудрой, нанесенной с помощью объемной кисти. Непременное условие – и тон, и пудра должны быть максимально качественными. Только так вы добьетесь потрясающе ровного оттенка кожи, а не эффекта маски. Консилеры можно использовать и как основу для теней. В этом случае консилер должен быть нейтрального, светлого оттенка, средней плотности. Нанесите на верхнее веко консилер и, тщательно растушевав, зафиксируйте пудрой. После приступайте к нанесению теней. Тени в этом случае должны быть сухими, а не кремовыми. И еще один момент. Если вы используете корректор и консилер, сначала наносите корректор. Красим глаза. Наносим светлые желтые тени на все верхнее веко. Желтые тени делают взгляд светлее. Берем оттенок лососевого и наносим на внешний уголок и центр верхнего века. Тонко, отточенным черным карандашом прорисовываем линию вдоль ресниц. Затрагиваем уголок и немножко нижнего века. Ресницы прокрашиваем с обеих сторон, используя объемную тушь черного цвета. В качестве губной помады лучше всего использовать прозрачный блеск. Избегайте холодных и перламутровых тонов. Они будут выглядеть слишком ненатурально. Ну что, вы готовы увидеть? Опа!